Категорически. Продолжаем проходить год симулятор 3. Я тут себе нашел новый образ. Теперь я король чучела. Чучело-король. И... Где? Со зверей забываю это колесо. Вот. Теперь у меня появились новые танцы. Вот, тусовщик. Йоу. А, я нажал замедление. Во. Ну, КЗ было прикольнее, ладно. Так, что ж, продолжим проходить. Давайте вот здесь сразу... А, там же, блин. Это кладбище, да? Чтение памяти. Я так и не понял, как делать эти с колоколами фишку. Давайте пойдем на нарушителя лучше, потому что, не знаю, с этими колоколами надо разобраться, потому что надо разобраться. Когда-нибудь мы разберемся. Теперь мы хотя бы похожи на человека, но не знаю, прикольно это или нет. Кстати, а в ту машину, что мы модернизировали, интересно, она осталась? Да, на каждый раз, походу, тут теперь. Она собирает все, что можно. Так, вот мы приехали. Усадьба Семянсон. Семянсон? Вот. На. Бабуля, успокойся. Успокойся, бабуля. Да блин, капец. На. Джи-джи, бабуля. Вырубил бабулю. Теневой синтегат. 120. Давайте зайдем в подвал. Что за музяка? Да это же Doom. Это же Doom. А чё? Не, это просто вода. А как вылезти-то теперь? Я в ловушке. Ладно, я не в ловушке, я нашел выход. А тут что? Это что такое? Облизывает еда. А, бабуля. Косая. Оу, а тут еще одна бабуля. Да блин, ну... Да пипец. Они же бабу скотерели. Но, Смиральда, Фабио. Офигеть, а тут есть кто? Бабская тюрель. Быстрее, вставай. Здесь бабская тюрель, Дора Смит. Вставай. Есть. Лошар. Я пробился с боем. Тут еще что-то есть. Падает горшок. Еще. Ух, нифига, тут бабушки тюрели. Мощь, сила, мощь. Понятно. Здесь, короче, чтобы нормально стрелять, надо быть козой.
а не пугалом. Давайте обратно козла возьмем. Бабульческую тюрель нашли. Можно как-то подальше это стрельнуть, нет? Ты куда встал? Я не разрешал вставать. Иди обратно, покупайся. Так, давайте спасем Стива. Где-то здесь Стив. Спасение Стива. Не дайте Стиву утонуть. А, не Стив. А ты кто? Я думал, ты Стив. Не Стив. Стив! Это рыба. Подожди, а где Стив? Ты Стив? Вот, Стив. Я стал рыбой. Я стал рыбой. О, у меня остался еще два, получается. Банан и козел. Ну, какой банан и козел? Почему? Куда нафиг банан и козел? Короче, банан и человек остался. Извините, извините, мы закрыты. Извините, мы закрыты. И извините, закрыты. Извините, мы закрыты. Покиньте, пожалуйста, территорию. Территорию покиньте, пожалуйста. Пожалуйста, территорию покиньте. Покиньте, пожалуйста, территорию. Спасибо. Покиньте территорию, мы закрыты. Мы закрыты, покиньте территорию. Территорию покиньте. Спасибо. Так. Садовод-любитель. Погнали. А, вот садовод-любитель, да? The Green Trump, садовод-любитель. Что надо делать? Поухаживайте за растениями. Так, говорит, найдите фертилизер, это удобрение. Киньте их, а потом поговорите с любовью с растениями. И оно, говорит, вырастет. Где у вас тут удобрение? Где удобрение у вас? Где удобрение? Удобрение где? Где? А, все, вопросов нет. Оба. Ты что, этот Джеки бобовый стебель, что ли? Так, еще главное бабку не зарядить, а то упаду. А сколько с ним разговаривать-то надо? Я там он золотую статуэтку видел. Ну ладно. More later. Few moments later. More later. Ну как бы задание-то у меня уже пропало, но... Как же это долго. Побольше бы росло, что ли, я не знаю. А мы вообще растем вверх, нет? Непонятно.
Не, ладно, вроде растем, но... А куда растем? Текстуры пропали. А, наверное, все надо. Объясняю же за растениями. Да. Вот это мощный стебель. А я-то думал, она как Джек Бобовый стручок, короче. Ну ладно. Видимо, все. Мне интересно было. Давайте приют родников пойдем туда. Или родников. Не успел дочитать точно. Эрон-дон-дон. Кустарная наука. Смажьте машину. Это не масло. А может это масло? А, подожди, он делает напиток, а ему нужно масло. Да? Да, наверное, да. А где масло взять? И я слышу... Где-то золотую штучку слышал. Это что, это масло? Масло? Нет? Что написано? Написано, что это топливо. Вряд ли это масло. О нет, это масло. Это было масло. И что, я смазал. Дальше что? Я стал меньше. Я маленький козлик. Верни мой размер, урод. Подожди, а как больше-то стать? В обратном направлении прыгнуть? Точно. Ладно. Царь говорил, алтарь инстинктов. Давайте сходим, посмотрим. Деньги нам пригодятся. Там доски летают. Без меня. Без моего участия доски летают. Как так-то? Как так-то? Забором по щам получил. Залегаем на гору. Опа. Трейлер. Теперь для путешествий у нас есть трейлер на спине. Впитываем мудрость. Мудрость всех поколений. Вы обрели новые инстинкты. 5 из 7 алтарей. Как это сделано? И техподдержка. Я чувствую, нам там нужна наша помощь. Техподдержка всегда на... спешит на помощь. Просрал машину, да? Это я ее угнал. Опс. Ой. И бьёньк. О, я умею фарболами. Фарбол. Фарбол.
А можно еще фаерболов? Мне было мало. Новости. What the hell? Туда. Все еще бабуля тут валяется, София Морган. А ты опять вышел? Все время выходит. Чини генератор ДБД. Фаербол, фаербол, фаербол. На фабрику. Бананы. Здесь я, скорее всего, получу облик банана. Это будет предпоследний лесник отшельника. Я хочу лизнуть отшельника. Ты отшельник? Нет. Ты отшельник? Нет. Ты отшельник? Нет. Ладно, когда-нибудь мы найдем этого отшельника. Ты стопудов отшельник? Нет. Друзья. Где задание? Там что-то есть. Давайте поднимемся. Упс. Да блин, опять застрял. Мужик, это все из-за тебя. Смотрите, что у меня. Еще раз подскользнулись на банане. Да ёлы-палы. Тут жрал бананов, много бананов. Так. 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 Да е... Ноп. Ноп. Опа, мастер. Сенсей. Что-то я тут видел. Еще выше, что ли? Опа. Это было близко. Капец, побежал. Тихо, аккуратно. Подскользнитесь на бананах. Реактивный ранец. Открыто. Включить реактивный ранец. Воу. Нет, не хочу падать. Нет. Как эта фигня управлять-то? Она не управляется. Только не ураган, не ураган, не ураган. Да. Выключить. Встать. Это было вот так это. Так, мне нужно зайти на фабрику. Подскажите, как попасть на фабрику? Проведите? Покажите дорогу. Спасибо, я знал, что вы покажете дорогу. Да блин, а где? Ой, там что-то есть. Да. Вот эти вот застревания немножко бесят. Вот. Нашел тайный ход на фабрику. Да, и тайный выход. Не ту кнопку постоянно нажимаю, включается гребаный ранец. Кто бананы разбросал? Красная кнопка. Иди отсюда. Я для себя открывал.
Как это сделать? Слушай, я видел такую штуку. Вот тут вот. На бананах топ подскальзывает. Я иногда их не вижу даже, блин. Вот откуда там банан? Его там не было. Вот опять подскальзывает. В смысле, а где-ка... Это что за баг? Но я так понимаю, помимо той конвейер-ленты, еще есть конвейер-ленты, да? Потому что если конвейер-лента просралась, это будет обидно. Слышу, вот там, наверху. Наверху было точно. Это вот тут. Вон. О, кнопочка. Так, вот как-то вот так ее надо занести. Тихо, не теряем. А, подожди, то есть их надо... А если я человека... Нифига. Подскользнулся дважды. Бам. Вот еще конвейер лента. Еще одна нужна. Я вроде все бананы разрядил. Бананы обезврежены. Блин, вот та лента, походу, была последняя. А куда она улетела? Во, вон там еще лента есть. Вот-вот-вот конвейерная лента есть. Все нормально, мы не просрали миссию. Миссия не просрана. Миссия не выполняем, миссия, мать его, невменяема. Итак, что дальше? Смотрим. Идут бананы. Какие-то колечки идут. Че, кубики, колечки, бананы, одетые бананы. И пустилось банановое желе в них. Че вы открыли? Я людей превратил в бананы. Это бананолюди. Дал банан. Дал банан. Эй, долбанан. Это я, получается, сейчас в долбанан могу превратить? Не открыл. А как открыть долбанана? Я хочу быть долбананом тоже. Как бы это странно не звучало. Мне нужен этот долбанан. Ай, подсказался. Так. Хопа. Промазал. О, что-то. Капец, да вы серьезно? Как? Как? Ладно, я вылез. Вот он же подскользнулся и попал. Мне кажется, что если так, вот я не... А, не, можно зайти. Ладно. Я думал, туда нельзя зайти, и вот, типа, только таким способом я попал туда. Давай. Я наверх. Я видел, там задание вроде горит.
Давай, долбанан. Нечего прохлаждаться, работать пора. Что за паркуры начались, алло? Почему, чтобы взять задание, я должен делать паркур? Итак, и где? Техподдержка. Ран, беги. Алёша Розен. Кенгаши. Так, а что делать-то надо? Сервера починить, значит. Да, это мы умеем. Моя починить. На банановый режим прыгать можно. Я починю. Я все починю. Я беру дешево. Дешево. Хороший специалист. Все починю. Беру очень дешево. А подождите, сейчас я все отлажу. Секунду. Немножко осталось. Сейчас тут донастройка, короче, ага. Active Directory поднять. Все нормуль. Не первый раз. Нечеловеческий фактор. Я вон, кажется, упал. Справа такой. О, теперь можно прыгать везде. Почему я постоянно в такие места попадаю какие-то странные? Так. И что, и все? Я думал, я здесь получу. Но не получил. Помощь с переездом не будем выполнять. Это мы уже натыкались на это. Слишком много надо. Давайте проверим, что нам... по-моему, если я правильно помню, у меня последнее оставалось... Открыть последнюю штуку. Сколько? О, надо завершаться уже. Музяка опять поперла. Поклоняйтесь мне, твари. Да, последняя осталась. И мы ее открыли. Сейчас посмотрим, что за дверь. Мы узнаем этот секрет. Итак, момент истины. Предвкушаем. Предвкушаем. Итак, что же там? Телепорт во все башни. Да как у меня и так телепорт во все башни был? Подожди, а это когда откроется? Чё-то ничего не понял. Так, ну вот открылись вот эти двери, ладно. И... Это что-то рандомное место, а это что? Здесь что? Дамба. Стройка, то ли ферма. Пул, бассейн, фабрика. Давайте вот сюда. Я не знаю просто вообще, что это. Типа, зачем? В принципе, у него же телепорты есть.
Так, ладно, я на крыше, и что? Райнфауст. Триксарт. Ну ладно, черт с ним, есть какие-то некие телепорты. Давайте вот сюда сходим. Почти четко, почти долетели. Давайте последнее задание. Последнее, точно последнее, да. Последнее. О, серфинг. Глаз чешется. Хопа, тут стоит мужик, танцует. Мы поможем ему. Не читай на пляже. Не подсматривать, не подсматривать. Не подсматривать. Получите добычу. Что есть, получите добычу. Так, ну что-то щупальцы связано. Что щупальцы связано? Крестик. Вот оно что. Ну, большой красный крест как бы само собой говорит, что типа это. Что-то подразумевает. Пиратская шляпа. Джек в отыгре. Чтобы посетить Кракена. А что делает выпустить Кракен? Блин, надо убрать, короче, реактивный ранец на что-нибудь не стреляющее. Уточки нет, стреляют. Давайте вот модель трейлера, давайте. На, типа. Мощь, сила. Думаю, тогда на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока. Thank you.